Уважаемые друзья, всех приветствую на канале Мастер-класс. Точнее, всех приветствуем. Мы вдвоем. Это мой корефан, жучок, рогачок. Вот так вот я косил, и чудом я его не повредил или вообще не убил, я удивляюсь. И он услышал, что я кошу, и по дереву вот отсюда по земле вот так вот полез. Вот сюда, и вот он у нас выползает уже на первое разветвление. Вот, даже еще мой кабель от электрокосы, а электрокоса вон там лежит. И вот это я прокосил здесь, он услышал, что я грохочу. Она грохочет, как резаная. И вылез сюда. Смотрите, какой красавчик. Если честно, то я лет 5 их не видел в наших краях. А это вот наш занесенный в Красную книгу Украины жук-рогач, либо он же жук-олень. Классический, традиционный. Честно говоря, они больше любят селиться в дубовых или в толстокоровых, где толстая кора породах деревьев. Ну вот он облюбовал наш орех почему-то. И сейчас шкребется по нашему ореху. Вот такой красавец. Обожают этих жуков. Рогачи в народе называют их у нас. А если по биологии, жук-олень. Один из самых крупных особей жуков вообще в мире считается, и в наших краях тем более. Крупнее жука-оленя, наверное, разве что жук-геркулес, если чисто истинно жуков брать. Ну и с ним может сравниться только по туловищу жук-носорог, кто знает такой. Тоже его иногда называют рогач. Но у него один большой рог и может быть второй маленький. И то у самцов. У самочек небольшие маленькие рожки, щипчики такие. А у самца вы видите роги прям как у оленя. Благородный олень. Ну и жук, я считаю, это тоже благородный. Он слегка, по-моему, либо сонный, либо опекся где-то на солнце и вот тут в тенечке ютился. Вот такой небольшой коротенький рассказ о нашем герое сегодняшнего дня. Сегодня у нас 14-е. О, уже 15-е. Это мы 14-го приехали на дачу. Сегодня вторник, 15 июня. Красава! О, еще отсюда немного снимем его. Вот. Гром гремит. Скоро будет дождь. Надо заканчивать покосы наши и закругляться, готовиться к вечерней. О, вот такой красавец. Все, спасибо за вашу активность и поддержку. Ждем лайков. Мы с жуком ждем от вас максимум лайков, друзья. А он шевелит усами в мою сторону, типа слышит нас с вами. Так что он передает вам привет, наш рогач-герой, и ждем ваши лайки. О, красава какой! Все, друзья, всем покедова. Мы с жуком машем вам ручкой. До скорых встреч. Жук наш талисман на хороший урожай в этом году. Вестник хорошего урожая. Все, всем пока. Счастливо. Крепкого здоровья, мирного неба и хороших урожаев. Счастливо. Пока дождь начинается. Убегаем.